Это песня какая-то была. А йоу, ребята, check the sound, вы смотрите Лайма Шоу, меня зовут Никита Маними, а рядом со мной человек, чье творчество я не совсем понял, но и попытаюсь в нем сегодня разобраться благодаря нашим прекрасным спонсорам PlayStation. У меня в гостях Шет! Аплодисменты внутренние у своих экранов, давайте похлопаем, зарядимся вот этим позитивным настроем, который у нас. Шет, привет, как дела? Здравствуй, нормально, все отлично. С самого начала я тебе хотел бы подписать, чтобы ты подписал бумагу, значит, на то, что это юмористическое шоу, да, на то, что за твою честь и за то твое какое-то внутреннее состояние мы ответственности не несем. Подпишешь, ладно? Вот здесь, да? Мы сегодня будем играть в FIFA, FIFA 2016 года. Я в игры очень редко играю, и очень трудно мне будет как-то сориентироваться. Но при этом я узнал то, что Шет тоже... Я никогда не играл. Ни разу в жизни не играл в FIFA, поэтому давай с самого начала возьмем. Давай. Выберем команду, давай за русских добудем только, мы же патриоты. Вот я хочу Я так за русских смотрю, Спартак, Москва, Терек, Грозный. Нормально, Зенит. Тут все Россия, понимаешь, вон Россия сверху играется. Амкар... Вот это все вот, русские команды. Я за Махачкалу. Анши Махачкала. Да. Отлично. Блин, я тоже хотел их выбрать. Никит. Это Шет. Вячеслав Аксенов Вячеслав. Окей, Гугл. Кто такой Вячеслав Аксенов? Иди, давай. Слушай, интересно. Так, вот. Я буду за Урал. Анжи? За Урал будешь. Короче, рассказываю тебе. У нас будет небольшое усложнение. Это... Ошейник. Ты охерел? Ты понимаешь, да, что это такое, нет? Твой мой, да. Понимаешь, я просто очень надеялся, что я никогда что, не буду проверить? Участвовать в таком дерьме. Может, проверим, насколько это неприятно? А ты сам помнишь, я тебя вначале цифры спрашивал? Так, где вот. Один, где три? Один, это размер собачки, то есть маленький. Вот. А тройка, это сила удара, их там всего три. Ты охерел? Вот, сам их назвал. Это не Дима Стопхрам, это Шет. Это Шет? Это не то, да. А Шет это то? Нажмем? На какую? Подожди, стоп. Надо нажать на окей. Давай только на счет три вместе. Просто посмотрим, насколько это неприятно. Давай, раз. Раз, два, три. Тебе нет? Что ты, Дима? Почему тебе нет? Ты ничего не почувствовал? Что? Ебать! А, все, есть, да? Что за дичь? Твою мать! Когда каждый из нас забивает гол, мы держим ровно столько секунд, сколько голов мы забили. Но только не чаще, чем раз в минуту устроит. Секундомер для таймера. Ну так, ориентировочно хотя бы. Ну то есть, ну чтобы не было, просто постоянно схватил и вот так вот держит. Давай, играй, сука. Давай сделаем сука фэншуй. Вот. Ага. Да, вот так вот сделаем. Мы, кстати, у нас очень много новых работников в Лайме. Да? Да. Давай выберем. Нормально. Годнота. Давай, начинаем. Да, у меня... Да. Что, в третий раз пришел? Это не Янго. А, это не Янго? Может, она... Что, есть? Да твою мать, все, хватит! Все. Да, тихо. Еще раз. Все, я вложу. Холодный ветер с дождем усилился стопкратно. Будем знакомы. Меня зовут Макар. Здравствуйте. Ты должен победить. У меня к тебе такой вопрос. Вот у тебя очень длинные ролики. Да, бывает. Да, это как-то связано с размером члена? Слушай, на самом деле, да, у меня есть такая проблема, что, знаешь, слишком длинные члены, поэтому приходится ролики ее длинные, чтобы показать людям, что, блин, у меня не только ролики длинные. А мне кажется, то, что это все вранье, и у тебя маленький. Тебе показать? Да. И всем нашим зрителям, нам безумно интересно. Безумно интересно? Покажи, пожалуйста, у нас трэш-шоу, где можно, ты будешь как шнур, ты понимаешь? Блядь, что? Хер тебе в жопу. Гол! Давай. У меня есть одна секунда. Ой, секунда. Ой! Кстати, по поводу наркотиков, да? Я про жену только что спрашивал. Ну да. Это же любовь, это наркотик? Ну нет, это тебе не фильмы с этим, с вампирами. Попейте водички.
Слушай, да я научился играть в FIFA. Ну, походу, поехали на чемпионат мира. Погнали. Вот, а вот у тебя детская аудитория, да, в основном? А ты же сам, по идее, аудиторию выбирал, правильно? Ну, слушай, по идее, я ничего не выбирал, я просто начал делать то, что мне нравится на тот момент. Ага. А сейчас уже, ну, приходится писать того, что есть. А ты не задумывался то, что, как бы... Блин. Ты занимаешься детскими вещами. Детскими вещами? Да, это не связано с тем, что ты, как бы, педофил. Только вот я пассивный педофил, наоборот. То есть? Это вот проблема. Ты можешь понять то, что мы только вот эту вот часть отстаём? Типа, я пассивный педофил, наоборот. Есть ребенок? Нет. Может, ты боишься завести собственного, потому что ты думаешь, что что тебя будет вести к нему? Нет, ну что, вообще, дети, как бы, когда это святая жизнь, но это святая жизнь, на которую приятно наблюдать. Но не трогать их своими грязными ручонками. Ёб твою мать! Да что за говно? Я даже устал радоваться на всё. Раз, два, три. Давай займемся рекламой, давай лайм, как это могут сделать летсплейщики, скажи мне. Как это могут сделать летсплейщики? Ну, она закрыта. Давайте, короче, откроем кокейсы, только воду. Посмотрим, что у нас в этой бутылочке. Открываем ее. Короче, опа, нихера, вот вода. Нихера себе, вода, давай лайм. Просто так ты не отделаешься. А я все, я закончил, я открыл. Нет, ты ее открыл, но ты ее не допил и не дорекламировал. Я знаю точно, что ты играешь на гитаре, и все подписчики давай лайм. Делаешь в рекламном ролике воды, давай. Ну давай. Ролик шок. Ладно. Ну давай уже. Заебал. Да хорошо. Синяя вода в пластмассовой бутылке. Это вода со вкусом лайма. И ни хера я не сказал это словосочетание. Хорош для битока. Давай, Никита, ты добрый. Вода, давай лайма. Шоковая ткань. Никита, я тебя сейчас заебу, это гитара. Давай лайма, гитару, давай лайма. Ответим на самый часто задаваемый комментарий, который нам пишут. Давай. Когда выпуск? Когда снимем, тогда выпуск. Не, а сейчас это типа не выпуск. Ну, сейчас. Но у нас вот все спрашивали, когда выпуск. Они хотят посмотреть выпуск. Нет, вот выпуск. Ну, вот выпуск, хорошо. Ну, в принципе, слушай, да. Видео вышло, они увидели видео тогда, когда его засняли, выложили и так далее. Вот, вы его смотрите, вот он здесь есть. Вот выпуск, чего вы спрашиваете? Спрашиваю, что дурацкий выпуск. Выпуск. Дураки, да? У меня, слушай, у меня больше 2 лет спрашивают, когда голодные игры. Вот, когда выйдут, тогда и увидите. То есть сейчас, судя по тому, сколько стоит доллар, у нас сейчас идет голодные игры. Можешь снять, если тебе комфортно. Снять? Да, сними, пожалуйста. Ты меня раздеваешь, да? Да, потому что все твои 13-летние фанатки, я уверен, хотят посмотреть на тебе полуголову. Не, мне, ты думаешь, я тебя просто так раздеваю? Мне надо. Ну, хорошо. Ты что, ее не испортишь? А? Ты что, ее не испортишь? Нет, конечно. У меня вопрос тебе следующего характера. Заебал. Что ты творишь, животное? А как же моя кофта? Все равно не быть. Давай. Что по плану дальше? Давай. По плану все. Блин, господи. На, смотри, у нас итог. Ты посмеялся? Поплакал. Ты посмеялся. Тебе больно? Внутри как будто тебя использовали? Слушай, есть такое дело, да? Посыл нашего шоу исполнен. Спасибо, это был Шет. Если ты крутой чувак, круто тебе. Пока. Нет, спасибо, классно. Давай.